такие мероприятия у нас бывают каждый год. Вот. И мы концерты, вот это все, как говорится, выступления наших в Брестке, как говорится, да. И мы всегда бываем на всех этих концертах и с удовольствием слушаем. Нам очень нравится. Мы только приехали в город и окунулись сразу в атмосферу праздника. Мы из Латвии. Да, и нам очень нравится. Правда. Поздравляем вас всех. Поздравляем вас всех с праздником. Прекрасно. Прекрасное настроение. Удачи вам. Добрые люди вокруг, улыбающиеся. Очень здорово. Замечательное мероприятие. Весело, празднично. Настоящий праздник. Такими впечатлениями от большого и насыщенного праздничного дня делились брещане и гости города за считанные минуты до начала большого концерта. А он был сформирован в лучших традициях. В этот вечер все о Беларуси и для Беларуси, страны голубых озер и зеленых лесов. Подарите мне белого голубя, я скажу ему, голубь, лети. И взлетит голубь к ясному солнышку, знаю, он не собьется с пути. С праздничной сцены в адрес брещан и гостей областного центра обратился губернатор региона Анатолий Лис. В своей приветственной речи руководитель области отметил особое значение Дня независимости в жизни каждого белоруса. Сегодня, когда страна под белыми крыльями выходит на новую ступень своего развития, очень важно оставаться преданным традициям и истории, помнить, что пришлось пережить белорусам, и в то же время делать все, чтобы республика продолжала укреплять свои позиции на международной политической арене. Мы живем в мирной Белоруссии. Трудимся и воспитываем наших детей на уважении к истории своей страны и гордости за наши общие победы и достижения. У нас нет несметных природных богатств, поэтому устойчивое развитие страны и каждого его региона обеспечивается благодаря трудолюбию и сплоченности людей, которые являются высшей ценностью государства. Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить вас, уважаемые брещане, за ваш труд на производстве, в социальной сфере, за вклад в развитие науки и культуры, спортивные и творческие победы. Культурное наследие белорусов – это мелодичные напевы народных песен, лучшие произведения композиторов разных лет, зажигательные танцы. Все это многообразие смогли увидеть жители и гости областного центра в рамках праздничного концерта. Брестский регион богат талантами, которые прославляют область на конкурсах и фестивалях разного уровня. Конечно же, кульминацией мероприятия стало исполнение государственного гимна Республики Беларусь. В этом искреннем выступлении чувствовалось единство нации, внутренняя сила народа, судьба которого прошла немало преград для того, чтобы сегодня уверенно встречать новый день. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктв».